Ребята, привет! Выходной день, занимайся своими делами. Пишут товарищи в группе нашей в Вайбере, полный привод 56. Типа, ребята, нужна помощь. Как думаете, какая помощь? Нива утонула. Сейчас кто свободный, собрались, едем на место дислокации. Приедут вроде серьезная машина с лебедками. Попросили, кто может, кто свободный, приехать. Будем нырять, вытаскивать. Так что оставайся, смотри, а мы едем. Дим, расскажи, что случилось, куда едем? Ну, в общем, дело как обстоит. Позвонил мне товарищ вчера вечером и сказал, что утопили Ниву. Шевроле Нива. На рыбалке дело было, как не знаю. Ну, как всегда. Ну вот, едем спасать. Понятно. Получается так, что у меня у одного подводное снаряжение. Я сейчас холодно. Ну ладно, короче, едем дальше, да? Так, смотрите, будем одевать снаряжение, Диман будет нырять. Залили туда воду, шампунь. Тепленькую. Это для чего? Чтобы она оделась? Чтобы эпиляции не произошло. Обалдеть. То ноги были волосатые, станут лысые. Такая плотненькая штучка. Вот сейчас прослоечку мыльную, да, и оденешь. Ну давай, одевайся. Проскользнусь. Итак, ребята, добрались мы до места. Дима костюм одел. Все наши сегодняшние участники. Ну что, самое интересное, смотрим. А самое интересное — Урал. И вот она красота. Шевроле Нива. Третий год автомобилю. Вон он плавает в воде. Примерно глубина 2 метра. Достать мы приехали, думали достать. Тут очень крутой склон. Что получилось? Смотрите, сейчас покажу. То есть люди приехали порыбачить, оставили автомобиль. Вон на том склоне было темно. И ошибка то, что оставили около, то есть рядом с берегом, ребята. Машина покатилась, и по течению ее вот так вот и снесло. Здесь она уперлась в дерево, в корягу и стоит. Что сейчас будем делать? Пока не знаю, ждем трактор, будем думать, чем ее вытаскивать. Ну все, Дмитрий оделся у нас, готовится к погружению. Мы стоим на вершине, наблюдаем, как все это будет происходить. Так и не надо проверять дом, я то не ходил за то. Смотри, вообще близко ехать. Снимай свои колеса, ставим на мой. Идет по течению, Дим. Далеко уходит. Далеко уходит. По течению потихоньку. Далеко пошел. Далеко пошел, Дим. Тут засвечивает солнце. И цеплять за мосты или за паркоп пока точно не решили. Дима сейчас пытается зацепить, но говорит, сильное течение сносит. Стропы, тросы, динамки, все, что есть, связали. Будем тянуть. Так, ребята, лебедка нам не понадобилась. Приехал трактор. Цепляем. Будет тянуть. Ну давайте посмотрим, что у нас получится.
машина находится примерно вот здесь вот. Подтянем, посмотрим. Такое, ребята, не каждый день увидите, конечно. Ну все, потягушечки пошли потихонечку. Так, трос у нас натягивается. Вот, видите, да? Справа трос. Поворачивается, да. Забыл, чтобы по течению не ушло. О, поехали, блядь. Достаем, ребята, достаем. Надо воды, воду выливать в салон. Скажи, пусть тормознет. Он выдавит стекло сейчас. Надо открыть окна. Вот, учитесь на чужих ошибках. Не оставляйте автомобили так близко к водоему. На склонах не оставляйте. История, конечно, умалчивает. Почему, зачем она там оказалась. Двери открыли, воду немножко слили. Будем тянуть дальше. Самое главное, чтобы стропы, динамки, все, чтобы осталось. Давайте. Смотрите, полный салон воды, ребята. Полный салон воды. Сейчас дверь откроем. Переднюю дверь открыли. Уровень воды в салоне уменьшился, потому что вода тоже весит. Есть определенный вес. Так, дальше. Сейчас я отойду, а то мне, блядь, ебало что-то. Напомню, тянем трактором. Вот, видите, рвется. Открывайте двери. Тонну воды лишь. Я вот единственное боюсь, что трос порвется, и оно автомобиль поедет назад. Как-то за фаркоп, мне кажется, надо все-таки за мосты цеплять. Более-менее будет надежнее. Ну ладно, тут дядьки серьезные, знают, наверное, что делают. Мы с вами здесь как наблюдатели. Костян, я говорю, как бы с фаркопа бы не слетело. Мне кажется, за мосты надо цеплять. Ну да, ну сейчас оторвется и, ну ладно, посмотрим. Я говорю людям, что мы здесь как в роли наблюдателей. Вольных слушателей. Да, слушателей.
Между прочим, используем динамические тросы, которые вяжет наш товарищ, наш подписчик. Ссылки на его телефон оставлю. По 1200 он будет вам свяжет динамические тросы, показывает себя в идеальном состоянии, тянет, выдерживает очень много. Очень многие люди уже у нас приобрели, мы сами пользуемся чисто его динамическими тросами. И на данный момент сейчас также, да, вот Алексей сейчас покажет. Вот такая вязка. Да, вот они. Вот такое кольцо. Да. Вот это 6-метровый трос. Да, это 6-метровый, стоит 1200 рублей. Может связать вам 10-метровый, 15-20 метровый, без разницы. 20 сантиметров на солнце растягивается? Да, растягивается хорошо. Жестко. Как пробку из бутылки вытаскивают машину. Да. Это не то, что реклама, но на самом деле хорошие динамические тросы. Смотрим, смотрим, как оно дальше пойдет. Да ты знаешь, Алексей, техника хорошая, говорю, если тросы порвутся, вот будет печально. Опять уйдет. Ну еще раз подумай. Ну вот, сменил локацию. Посмотрите. Самый главный спасатель. Самый главный человек. Зацепил. Спас. Вот смотрите, что получается. Не-не-не, проснуть сначала. Уже трава поселилась под капотом. И вот по такому склону оттуда мы ее вытащили. Что мы сейчас делаем? За УАЗик цепляем динамический трос, чтобы оттащить ее влево. Потому что боком она цепляет землю, и дальше трактором будем тянуть ее, чтобы не покорябать автомобиль. Сейчас динамический трос отсоединим от УАЗика. Так, ну, на данный момент можно сказать, даже если трос оторвется, она уже не укатится. Все, достали. Так, ну вот, да, самый главный спасатель Дима, благодаря ему зацепили, вытащили вот этот автомобиль. Вот, ну, как могли, как говорится, смогли чем-то помочь этому человеку. Помощь была неоценима. Да. Вот смотрите, что происходит. Чистый двигатель, зато мокрый. Вот машина, правда. Ага. Спасибо. Прикольно. Здесь вода стоит. Сиденье все мокрое. Ну, сами понимаете, то, что автомобиль полностью был, находился в воде. Потолки, все капает. Все, ребята, печально, печально. Сушить. Тоже. Запах речной воды. Все это присутствует. Ну и что там уровень какой? Вон уровень.
Воды нету. Воды нету? Нет. Ты смотри, точно, реально. Вот тебе автомат. Нет, сейчас вот это снять, воздухан. В принципе, если масло не попало, да? Да. Масло просохнет. Нет, ты видел, там воды нет? Ну что, спасение Шевроле Нивы прошло удачно. Собираемся в свои манатки и поедем. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите видео в Яндекс.Эфире, в Телеграме. Так что все, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте. Мы поехали кататься дальше.